Две недели назад в рамках совещания исполняющего обязанности глава администрации Олега Фролова с руководителями учебных заведений города обсуждалась готовность к новому учебному году. На встрече поднимались вопросы о текущем и капитальном ремонте помещений, состоянии инженерных сетей и учебных классов. Директора доложили о состоянии систем жизнеобеспечения, входных групп, запасных выходов, кровли и помещений. Логичным продолжением этой встречи стал объезд руководителя Кумертауской администрации школ города. 1 июля Олег Фролов вместе с начальником управления образования Николаем Черепановым посетил несколько общеобразовательных учреждений. В первой школе главная проблема с крышей в спортзале и полы. Также в планах реконструкция системы вентиляции в столовой. В пятой школе стоят вопросы с обновлением санузла и полов, новой мебели в кабинетах и уличное ограждение. Обновление коснутся и первой гимназии. Сейчас там полным ходом идет реконструкция полового покрытия и ремонт кабинетов. Учебным заведениям будет оказана поддержка мэрии. Все запланированные работы будут выполнены к началу учебного года. Вопросы стоят на контроле городской администрации. В отличие от всем известного настольного тенниса, в этом виде спорта используют специальные ракетки, звенящий шарик и светонепроницаемые маски. В Кумертау состоялся пятый открытый кубок СНГ по настольному теннису для слепых. В течение нескольких дней лучшие спортсмены по шоу-дауну – это еще одно название настольного тенниса для слепых – соревновались за звание лучшего. Турнир проходил в нескольких зачетах – личных, мужских и женских, а также в командных играх. Открытие турнира прошло в БРГИ номер 3. В парадном шествии принимали участие 58 спортсменов из 6 стран мира. Посетили открытие и почетные гости. Прославленная спортсменка, многократная паралимпийская чемпионка Рима Баталова, исполняющий обязанности министра семьи, труда и соцзащиты республики Юрий Мельников и руководитель городской администрации Олег Фролов. Рима Баталова пожелала спортсменам двигаться только вперед. Вы сегодня покажете свои результаты. Ведь каждый спортсмен мечтает о том, чтобы он встал на пьедестал. А пьедестал, он доступен каждому. Только надо туда стремиться, идти вперед. И я хочу всем вам пожелать, чтобы для вас, для каждого, чтобы пьедестал был доступен. А также хочу пожелать вам, конечно же, успехов. Успехов во всем. Ведь каждый из вас – это талант. Не теряйте свой талант, идите вперед и живите с девизом «Вперед и только вперед!». Юрий Мельников отметил высокую организацию турнира. Турнир начинался фактически из городского, потом фактически республиканский, межрегиональный. Сейчас уже фактически международный уровень. Здесь огромное спасибо хотел бы сказать организаторам, в первую очередь администрации, Василий Владимирович, Олег Юрьевич, вам за то, что вы делаете. Делаете для того, чтобы город Кумертау был не только территорией успеха, но и чтобы был городом равных возможностей для всех. После открытия состоялся круглый стол со спортсменами и чиновниками, посвященный развитию тенниса для слепых. Эта дисциплина появилась относительно недавно, однако уже сегодня она получила большое распространение в спортивной среде. Основная проблема – это отсутствие специальных игровых столов, но во многих регионах эта ситуация решается силами властей. Количество участников открытого Кубка СНГ растет с каждым годом, повышается и уровень спортсменов. Эльвине Насировой из Кумертау в этом году предстоит очередная защита титула. В прошлом турнире она в финале обыграла абсолютную чемпионку Беларуси Оксану Иванову. Эльвина спокойна и сосредоточена, к соперникам относится с большим уважением. Спортсменка является фаворитом соревнований. В этом году девушка стала чемпионкой России. Уровень соперников растет, не спорю, все подтягиваются, никто не стоит на месте. Ну, свои силы. Ну, я не люблю недооценивать себя и переоценивать себя тоже. То есть каждый соперник по-своему индивидуальный. И к каждому готовишься тоже индивидуально. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Новичков здесь уже нету. Здесь уже те, которые вот играют, может быть, не так давно, но уже все-таки какие-то азы имеют. В принципе, морально-то я очень готова. Надеюсь, что все-таки я защищу титул. Для команды из Перми Кубок СНГ – отличный шанс получить необходимый турнирный опыт. Соревнований по этому виду спорта пока не очень много. И каждый такой турнир – повод посоревноваться с лучшими представителями шоу-дауна. Надежды возлагаем в первую очередь на свои силы, но думаем, невозможного нет, и мы справимся со своими задачами. Но в Кумертау, как обычно, жарко, причем жарко не только на улице, но жарко вот в каждом из помещений, горят нешуточные страсти. То есть на самом деле
в Кумертау это пятый уже турнир, и пятый турнир проходит на высочайшем уровне. Огромное количество спортсменов и именно высокого уровня. Уровень спортсменов достаточно растет, и он развивается. Все больше людей начинают заниматься настольным теннисом, то есть появляется очень много новичков. В нашем крае теннис достаточно, именно в Перми развивается очень хорошо, а край мы стараемся потихоньку все-таки привлекать, чтобы было больше спортсменов. Ну, Пермский край следует отметить как один из регионов, показывающий более-менее стабильные результаты. Тренирует девушек Оксана Богданова. В Пермском крае этот вид спорта довольно развит. Спортсмены команды являются членами российской сборной. Дело в том, что в России вообще мало соревнований по настольному теннису. И Кубок СНГ. Почему мы сюда приехали? Я вообще начала свою тренерскую работу именно с Кубка СНГ. Приехав сюда как руководитель команды, я привезла сюда своих ребят из региона, из Пермского края, и видела, насколько им тяжело работать без тренера. Здесь, на Кубке СНГ, вот в этой атмосфере я загорелась развивать этот вид спорта, и приехав уже в регион, в Пермь, я набрала ребят, и у нас образовалась вот секция настольного тенниса благодаря вот этим соревнованиям в Кубке в Кумертау. На сегодняшний день, да, мы тренируемся регулярно, у нас открыта школа паралимпийского резерва, и девочки, которых я тренирую, уже входят, да, в состав сборной команды России. Мужчины и женщины соревнуются отдельно в различных категориях. В этом году в регламенте произошло изменение. Победители категории будут выявлять сильнейшего за звание абсолютного чемпиона. Финальные игры прошли 1 июля в БРГИ. Там же состоялась и церемония закрытия турнира. Перед награждением исполняющий обязанности главы администрации города Олег Фролов обратился к спортсменам и поблагодарил их за участие. Я надеюсь, что все соревнования прошли, так скажем, на позитиве. И все получили те ожидания, которые вы для себя планировали. И хочется всех поздравить, всех участников, и поблагодарить за то, что вы приехали на этот кубок. И будете также, я надеюсь, приезжать. Кумертауские спортсмены на турнире традиционно показали высокие результаты. Сборная города завоевала второе место в командных играх. В своих категориях победителями стали Ильвина Насирова, Павел Малянов и Александр Жучков. Александр также стал абсолютным победителем турнира среди мужчин. Третье место в категории B2 завоевал Максим Селищев. Все наши спортсмены тренируются под руководством Павла Сафонова. Пятый открытый Кубок СНГ подошел к концу. Позади тренировки, упорные матчи, в которых никто не хотел уступать ни одного мяча, и встречи с друзьями. Теперь спортсмены отправятся домой, готовятся к новым турнирам. А через год они вновь встретятся в Кумертау, чтобы разыграть очередные медали Кубка СНГ. Павел Игошин, Тимур Гильманов, Роман Бекулов, телекомпания «Арис».